С целью реализации улучшения показателей по инклюзивному образованию в Акмолинской области функционируют 50 организаций, а именно 25 школ, 20 детских садов, 3 колледжа и еще 2 учреждения дополнительного образования. Перед всеми ними стоит задача создать условия для получения качественных образовательных услуг детьми с особыми потребностями. В области, по данным психолого-медико-педагогической консультации, по состоянию на 1 июля текущего года, состоят на учете 10889 детей с особыми образовательными потребностями в возрасте до 18 лет, в том числе 1545 детей с инвалидностью. По возрасту из 10889 детей до года 12 детей, детей дошкольного возраста 4292 и детей школьного возраста 6585. Продолжается работа по укреплению учебно-материальной базы в специальных организациях. В 2020-м началась реализация проектов по строительству пристроек школам номер 1 и 4 города Кокшетау. В следующий год выделены необходимые средства с тем, чтобы в 2022 году ввести этот дополнительный учебный корпус в эксплуатацию. Он содержит этот дополнительный корпус: спортивный зал, актовый зал, кабинет трудового обучения, кабинеты Монтессори, классы начального звена, кабинет психологической разгрузки, кабинеты логопедов, то есть значительно улучшит условия воспитания детей. Завершилась экспертиза по пристройке в школе номер, коррекционной школе интернат номер 1. Здесь пристройка позволит принимать детей с аутизмом. Это пристройка на 50 мест. В Кокшетау продолжается строительство детских садов для детей маломобильных групп и с нарушением речи. Также осуществляется закуп микроавтобусов для возможности качественного обслуживания школьников сельской местности. Александра Гауэрт, Медет Каэркенов, Кокше Акпарат.